Всем привет! Вы на канале Gadget Mania. Сегодня черная пятница 2017 года, и сейчас мы с вами распакуем очень интересную вещь. Это игровая приставка, оригинальная, настоящая. Это новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Поехали! Люди из 90-х, рожденные в 90-х, 80-х, меня поймут. Немножко не поймут в 2000-х, те, которые, потому что они не застали это. Но у них сейчас есть прекрасная возможность прикоснуться к тому, чем я занимался в детстве и слышал от родителей. Не играй в игры, не играй в приставку, посадишь телевизор, кинескоп, иди делай уроки и так далее. Я сейчас с вами распакую игровую приставку Super Nintendo Classic Mini, которая сейчас можно и нужно покупать, потому что именно сегодня на нее, во-первых, есть скидка, во-вторых, она вообще доступна. Разметают с полок с бешеной скоростью, отзывов просто-напросто очень много, все на 5 звезд, потому что действительно люди покупают целыми семьями, играют вдвоем. Давайте уже распакуем. Вот в таком пакетике лежит вот такая приставочка. Ну и, собственно, есть чек, и больше ничего нет. Я не думал, что она будет такая маленькая, но на самом деле она такая маленькая. По стоимости стоит она так в районе 5000 рублей, там есть скидка. В общем, ссылка будет в описании. Пройдите, посмотрите, ознакомьтесь. У меня не было никакой в жизни приставки в детстве. Я ходил играть к друзьям. У друзей было Super Nintendo, у друзей было Dendy, Super Mega, Sega Mega Drive, точнее Super Mega. В общем, я сейчас говорю на эмоциях, потому что на самом деле уже хочется быстрее распаковать и, соответственно, играть. Поставляется все в такой коробке, все в блистере запакованное, то есть абсолютно нулевое. Хорошо что? Хорошо то, что она маленькая, ее действительно можно взять с собой, допустим, если вы идете куда-то на шумную вечеринку, просто подсоедините к любому монитору, телевизору и начните играть. В комплекте предустановлено 21 игра, но это не предел, друзья. Есть читерский ход, который позволяет установить до 300 игр дополнительно, то есть есть 300 мегабайт свободного пространства. И если вам будет интересно, я расскажу, как же все-таки это сделать, чтобы был такой единый гайд, как это все делается. Как на коробочке, соответственно, есть изображение тех игр, которые предустановлены. Друзья, ну давайте уже распакуем. Ну это прям вообще, это как, вот знаете, это как Новый год. Просто для всех. Если вам за 30, если вам всего 15, это просто ваш Новый год, если вы приобретете себе данную консоль. Оригинальная Nintendo. У этой приставки всего лишь два минуса. Это предустановленные игры, как я говорил, всего 21 штука. И то, что в ней нет блока питания. Но это все решается очень быстро, потому что она работает от любого блока питания, в том числе от вашего телефона. А еще лучше просто от USB, телевизионного USB. Что у нас есть в комплекте? Инструкция. Давайте по, что нам пишет сайт NVIDIA. В комплекте у нас есть HDMI, два контроллера, USB тоже в комплекте, блок питания, это доп. Опция, пластик, цвет серый, Nintendo Classic Mini Super Nintendo, 21 предустановленная игра. На самом деле я думал, что она будет выглядеть побольше, но она на той мини. В общем, инструкция. Дальше. Джойстик номер один. О, как это круто. Джойстики — это всегда круто, тем более такие аналоговые. Меня аж трясет всего, на самом деле, вообще. Гарантия год, официальная поставка в Россию, то есть играй, заиграйся, и если что-то случится, соответственно, вы сможете сдать по гарантии. Я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Распакуем. Посмотрим длину кабеля. То есть я только один джойстик распакую, для того, чтобы понимать, сможете ли вы подключаться. И аналоговые джойстики — это всегда, знаете, ну это надо испытать, то есть длина кабеля... Она очень, ну он очень длинный. И вот такой вот. Соответственно, можете играть на таком расстоянии, примерно метр. Также в комплекте у нас есть второй джойстик. Собственно, сама игровая приставка. Она малюсенькая, она на самом деле мини. Есть эмуляция того, что вы сюда вставите картридж, но на самом деле вы сюда ничего не вставите, потому что все внутри, в начинке.
очень маленькая. Прям, ну, вот я не знаю, то есть вот смартфон, а вот сама приставка. Изображение, логотипчик Nintendo, Super Nintendo Entertainment System, Made in China, support nintendo.com. Nintendo — это вообще японская, конечно, компания, и все это родом из Японии. По разъемам у нас есть разъемчики под, соответственно, куда вставляются, что вставляется. Да, это вот такой разъемчик. Прикольно, то есть здесь идет эмуляция старых аналоговых джойстиков, но более-менее современный вход, и, соответственно, в этот вход все без проблем должно у нас подключаться. Опа, и подключилось. Круто. Собственно, что у нас еще по интерфейсам? Есть микро-USB, соответственно, для того, чтобы происходило питание. Есть HDMI для того, чтобы подключиться к вашему монитору или телевизору. Ну и, собственно, все. Есть кнопочка Power и кнопочка Reset. Все, больше здесь ничего нет. Прикольно. Далее, что у нас еще в комплектике есть? А в комплектике у нас действительно, как и обещал производитель, и как нам обещал сайт МВидео, в комплекте есть микро-USB кабель для того, чтобы вы заряжали, то есть блока самого питания нет, есть только микро-USB кабель. Это очень хорошо, я буду пользоваться этим, потому что он фирменный, чтобы никаких проблем, соответственно, с питанием не было. И очень хорошо, что в комплект кладут HDMI. Я не знаю, правда, какой это версии, но я думаю, будет достаточно. Здесь, конечно же, это больше такая фановая вещица, в том плане, что вы посмотрите, то есть вы получаете вот такую консоль, на самом деле за сущие копейки. Если взять в общем, что это из себя представляет и что это дает, это стоит на самом деле не так дорого. Я сейчас подключу, и, наверное, сейчас вы посмотрите небольшую нарезочку игр на большом, хорошем, современном 4К телевизоре. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Покупайте в Черную пятницу только те вещи, которые вам либо необходимы, либо вы получите хорошую скидку и получите хорошее, достойное наслаждение от использования той или иной вещи, которую вы приобретете в этот день. Обязательно пишите в комментариях, что вы супергерой, иначе никак. Я обязательно прочту и отвечу вам. А есть канал в Телеграме, ссылочка будет в описании. Обязательно проходите на сайт gadgetmania.ru, там еще больше купонов и скидок. Ну и ставьте колокольчик, это важно. Совсем скоро увидимся. Всего доброго, хороших вам покупок. Пока-пока. По играм. Значит, предустановленные игры у нас следующие. Super Mario World, Zelda The Legend of Zelda. Дальше Earth Bowling. Есть, конечно же, Street Fighter 2 Turbo, Mega Man X, Super Mario Kart, Final Fantasy 3, Star Fox. Star Fox 2 — это вот эта дополнительная одна игра, то есть здесь 20 плюс 1. Вот это плюс 1 — это Star Fox 2. Super Star, какой-то там Island, Super Metroid, Contra 3, Punch and Out 2,
и Castlevania 4. Это только те игры, которые изображены непосредственно на самой консоли, на коробке от консоли. Друзья, все, давайте уже включать.